Рядом с новыми домами в районе Оболони планируют построить магазин, а на промзоне сразу несколько производственных объектов. Администрация города сейчас ищет инвесторов, готовых взять в аренду земли и вложиться в строительство. На данный момент сформировано 4 земельных участка, 3 из них на промзоне и предназначены для строительства склада, пилорамы и объекта пищевой промышленности. Четвертый, самый большой участок, примыкает к территории парогазовой электростанции и новым домам на Оболоне. Здесь можно возвести торговый объект. Площадь участка 5500 квадратных метров. Начальная минимальная стоимость аренды составит 750 тысяч рублей в год. Итоговая определится в ходе аукциона. Он пройдет 23 августа. Заявки подаются до 19 августа. Аукцион будет проводиться 23 августа. Все вопросы, более подробная информация размещена на сайте администрации и на торги gov.ru. Также готовы оказать консультацию в кабинете 204 Ленина 29.